Накануне в кинотеатре «Мир» прошла акция, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проводилось в рамках республиканского проекта «Кадровый резерв». Мы, конечно же, поддерживаем молодежные проекты и «Кадровый резерв», который обратился к нам за помощью в целях содействия продвижения и организации их мероприятия. Мы, конечно же, тоже поддержали. И мы увидели, что ребята на самом деле горят идеями, они хотят как бы сделать свое детище и в дальнейшем его развить и показать, что на самом деле есть результат. И как раз они приурочили это мероприятие к 70-летию Победы. Зрители посмотрели кинокартину «Франция Полина», тем самым окунулись в атмосферу военного времени. Также участникам мероприятия выдалась возможность пообщаться с кандидатом исторических наук Ильсуром Нафиковым. Начинается война, и, безусловно, Гайнан Курмашев в ряду первых идет на фронт, попадает в плен, со временем попадает в подполье, то есть попадает в концентрационный лагерь и в один момент находит единомышленников. Можно было увидеть и выставку военных экспонатов, найденные в Ленинградской области поисковым отрядом «Снежный десант». Прикасаясь вот к вещам войны, можно понять, не знаю, да, проникнуться той атмосферой, понять, как тяжело было нашим солдатам. То есть подходила вот девушка, она взяла каску советского образца, сказала: «О, такая тяжелая, как же солдатики-то бегали». Так как тематика военная, она для нас, как для поисковиков, вы наверняка слышали про поисковое движение, эта тематика нам очень близка, и поэтому не только потому, что сейчас такая дата. Вообще об этом фильме я ничего не слышала, и, наверное, это даже лучше, потому что есть возможность обогатиться каким-то образом. Мне хочется посмотреть фильм, хочется узнать что-то новое, может, какие-то новые странички истории. Хочется еще раз окунуться в ту атмосферу, вспомнить, за какой подвиг мы благодарны нашим дедам и прадедам. Зал был заполнен в основном молодежью. На лекции Ильсура Нафикова стояла полная тишина. Все с большим вниманием слушали историю Великой Отечественной войны. Здорово, что молодое поколение чтит и не забывает те страшные годы войны. Аделя Валеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.